кроссовки. А за кроссовками мы отправляемся вот в этот магазин. Это у нас гель Трабука. Пацаны присылают видосы в чатик участников на ММК, и там вот такие вот штуки происходят. Ну, как будто бы там действительно нужен очень хороший протектор. А эти тапки как раз-таки с неплохим таким протектором. Достаточно мощный, уверенный носок, об который пальцы будут биться на спуске. То, что надо. Вот эта вот петелечка-шнурок. Поскольку я бегаю с ортопедическими стельками, сразу же суются ортопедические стельки, потому что бывает так, что берешь кроссовки, в них пихаешь стельку и уже ничего не влезает. Еще прикольно, что она там не намертво вклеена. Короче, нормально. Сели хорошо. Эксперт сегодняшний мой, вот, Вова, он сказал, что если пробежать в этих тапках в стельке и без стельки, то разницы не будет видно. Вот. Мы сейчас пойдем на принцип и проверим, так ли это. У ребят здесь есть вот такая вот штука. И есть вот такой вот эксперт. Эксперт. Он тебя ставит сюда. Бежишь, смотришь на лапти свои. Разнос по фактам сейчас будет. Эксперт. Так и даже невооруженным глазом видно, что левая у нас достаточно сильно заваливается. Эталонное значение, это когда у нас вот здесь вот цифра 180 получается. Ага. Ну, такое мало у кого бывает. Здесь 174,6. Один вектор мы проводим под колено, второй по задней стенке кроссовка. Ага. Здесь 173,5. Теперь меняем стельку. Бегу like a pro. Могу так бежать очень долго. Так, это мы поменяли, да? Стельку? Да. Радикальных изменений не радикальных произошло. Не произошло, да. Но мы сейчас точно науку подключим. Все стало только хуже. Есть завал. Так или иначе, стельки от завала не избавляют. Это абсолютно точно. Они просто немножко выравнивают положение тело. Тут рассчитывать надо в первую очередь все-таки на свою подготовку, а не на кроссовки. Такие вот истории. Думайте сами и делайте выводы сами по поводу того, насколько стельки – это рабочий инструмент. А тапки эти отправляются на ММК. Мы приехали на Банное сказочное. Хотя оно не сказочное, оно вполне себе реальное. Уже который день. Магнитку поливает дождем, поэтому снимаю я на новую камеру. Я хотел получить атмосферу трейла какую-то нормальную. Вот, пожалуйста, атмосфера трейла. Вон зато какая темка. Подзатопила малость, да, стартовый городок? Нормально. Ой, блядь. Такой прогноз на сегодня. Ну что, неплохо, неплохо. Вон к вечеру вообще без дождя. Сказка. Что-то на пляже никого нету, ёп. Где все? Какая концепция у ребят на ММК? Здесь они тоже фестивалятся, и поскольку здесь есть охренительное озеро, они под это дело подтащили иксов. То есть вот сегодня заплыв, сегодня велосипеды, заплыв, велосипеды, велосипеды, заплыв. Опа, опа, опа. Тепло там? Там очень тепло. Если еще туда нассать, то вообще, да, топово. Планирую это сделать через минутку-другую. Все, дальше я уже не пойду. Кому-то не понравилось, нормально, я бы тоже не поплыл. Все. Так что, если есть палки, надо брать палки. Так, и что, мне там конец, да, завтра? А тебе, думаю, конец будет до еще куропатки. Еще до? Почему? Ну, там будет первая сначала вершинка, грязимес и все прочее. То есть, ну, готовься. То есть, будет больно, ну, больно в любом случае будет, но и не только тебе. Капец, чуваки, вы видели такое? Лодка барбекю, а? Охренеть. Концепция этого старта у Wild'ов такова, что это тоже фестиваль. То есть они сюда прилепили кучу разных активностей, несколько других видов спорта. Вот, например, плавание. Плавание проходит вот в этом замечательном красивом озере, Банном.
Смотрите, какая красота. Там даже солнце проглядывает. Пейзажи вообще просто Новая Зеландия. Смотрите, вот хоббитов можно завозить. Сейчас я вам покажу. Ну, красота же. Я говорю, чувак, я не могу, ты же видел, я 15 раз в сайте останавливалась. Нормально уделался, красавец! Уверен, красавец, они тут чистые. О, нормально, и совсем не пахнет. Это кирпичная вообще. Нормально, нарядный просто, как мама родила. Все вообще капец. Сколько раз упал? Ноль. Вырежем, мне интересно. Постараюсь вас морально хотя бы хоть немножечко подготовить к тому, что вас завтра будет ожидать. Давайте мы будем думать о сюжете. Идет дождь, плюс 10, вы мокрый насквозь, и вам еще часов 10 идти пешком. Ничего смертельного. Готовьтесь к этому морально. Ну, то есть, как бы вы будете мокрые постоянно, вот так. Опять же, если вы не повезет, и вы подскользнетесь, вы как бы уйдете с головой. Вот. Потрясно. Опять побегу. После 90. 95 в 60. 90. День старта. Настал тот самый великий день, и у нас сегодня великий облом. У нас сегодня великий облом, потому что на солнце не облачко. Это значит что? Правильно, это значит то, что рассказывать о том, какая плохая погода была в день забега, я уже не смогу. О, такая вот красота. Гирчек. Тапки. Гель Трабука. Неплохо проветриваются, вода в них вытекает, так что сегодня самое то. Достаточно агрессивный протектор, так что вполне возможно даже до финиша доберусь. Очки. Верниковая модель. Все время со мной. Дальше. Новинка. Это вот такой вот трейл-раннинговый жилет. Новый для меня бренд, называется Optimal Religion. Ребята делают в России. Легкий, сзади карман. В нем у меня будет жрачка, гель, куртка мембранная. На всякий случай, ну мало ли что. Еще гель, еще гель. Большой штырь и еще одна штука, которая поедет со мной. Insta 360 последней версии, X4. Ну и никто не знает, сколько ты будешь двигаться на трейле, поэтому вот эта вот штука, которая себя в Кении хорошо проявила, подмышки и грудь я ей намажу, чтобы скользило все. Разминаться перед трейлом, я считаю, совершенно не нужно, потому что там скорости, ну какие там будут скорости. Поэтому просто главное подготовиться как следует, чтобы с комфортом начать этот забег. В плане комфорта тут, кстати, тоже полный порядок. Кого в Николе не устраивали синие кабинки, вот, пожалуйста, здесь просто огроменный туалет в ресторане, например, есть вот такой. Очень удобно, всем советую. Вот это да, настраиваются участники по лично! 3, 2, 1! Побежали! Мы по-умному, да, начнем? Поспокойнее. Я выбрал выжидающую тактику. Выжидаю, когда меня поставят. Блять, я навигацию не включил. Сегодня квалификация. Наконец-то я узнаю, что же такое этот ваш горный трейл. Завод вполне. А вот и первая вода. Да чё я, блять, буду тут сиськи мять. Вот так вот его. Все, и больше ничего не страшно. Нет, ну что? Снимай, снимай. Я честно. Потом будет первое, второе место. Ух ты. Какая
Вот она! О, бля! Хорошая пошла! Первый подъем. Градиент 19. Нормально. Это даже еще не подъем. А что, может, надо уже пешком идти? Я понял. Нет, тут затрусить еще. 50 метров. Фига тут спуск. О, блядь. Вот это спуск. Нормально, нормально. Блядь, это вам не Никола. У-ху-ху. А я на пролом. Вот так вот. На, и две позиции отыграл за 3 метра. Бля! Сука! Ёпта! Ой, мы в лидерах! И мы в лидерах, нахуй! Вот так вот! Что сказать? Тут потрясающе! Жалко, что дожди закончились, и река такая мелкая стала. Часы пробили километр за 12 минут. Я все понял, ребята. Беру свои слова обратно. Вот она, красотишка. С ума сойти. Что у нас тут под ногами? Ну да, ёбаный рот. Нет. О, здорово, нет, отец. Давай. О, хуя, блядь, ты куда так раздаёшь? Да. Да. 7.09, вот это километр. Покушать, заходите. Пункт питания. В доме. Так, чекаем. Печенье. Махеев. Это. Сало. Сало. Да-да-да-да. Лена, ты что, она собрала, что ли? Офигела? Сейчас соберем. Догнать и уничтожить. Лена, спуск не бегает. Не бегает? Сейчас спуск начинается, да? Да. У-ху! Поехали, ребята! Damn boy! Ху-ху-ху-ху-ху! Ебать! Что это нахуй? Сука! А, бля! Господи, вы посмотрите на это, а! Что это такое? Что это за красота? Мой кошмар с шоссейных гонок повторяется. Ебанись. Это просто ебанись. Сдерживаться тяжело. И отпуститься страшно. Да, спуски это. Ох. Это ж просто похороны. Это вообще что происходит здесь? Мне кто-нибудь мне объяснит, как это бегать? Это что вообще? Посмотрите, какая красота. Это просто капец. Как тут бежать? Как тут бежать? А, скорее бы это закончилось, сука. У меня просто отказали ноги сейчас. Березочки, родные мои, любимые. Ох, господи, какая красота. Е-е-е!
Е-е-е-е. Мы на Куропатке. Они тут раньше вниз, говорят, бегали. Вот этому мясу, которое тут под ногами. О, насколько же в подъем пизже, чем на спуск. Че, бег имитируем? Ебать, ребята! Туда мы бежим. Реально, блять, какое-то приключение хоббитов. На спуске помогает только практика. Ну так, конечно, поползаешь, поймешь, почему дядя Митя столько времени проводит в спортзале. Тут уже даже не спортивная ходьба, просто выживание. Йоу! Ебать! Вот это у нас тут солидные ребята. Лестница. Издеваются, что ли? Последняя дискотека. Разрядилась моя камера, которая была на голове, поэтому весь спуск вниз снимаем на 360. Такой вот тут размытый грунт. Ох, блядь. Трава, кстати, не лучшим сейчас была выбором. Лучше по говну. Ой, устал. Заебало. Оп, оп, оп. Давай, 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 давай. Ты кросс ее купил? Нет. Нет, да? Ну ладно. Это другое хуйло. Это другой хуй, что такое. Да. Тебе звонят, что ли? Мама звонит. Да, мама. Спрашивает, когда я хуйней это закончу заниматься. И на работу пойду уже. В сачах зарегистрировался на 80 км. На 80 или на 180? 80. Ну там тоже 6600 набора. Мне кажется, будет это сытненько. Можем обнять? Я выкидываю. Ну давай, давай. Обнимемся. Удача уже. Удача-то уже не поможет. Заставляет меня бежать. Мотивирует пес. Дорожку! Дорожку! Сколько лежите-то? 65! Тут такая конфета была припасена напоследок участникам. Опа! Хуяк! Все чистенькие домой придут. Зачинали мы этот праздник. О, блядь! Ебать нахуй! Была поставлена жирная точка. А сейчас загревает на финише наш трейл-раннер в русише асфальте Константин Карл Жигарин! Костя Смыль! Дерюбин он состоялся на СМФ в этом году на тридцаточке. В этот раз была 20-ка.
и наблюдали за гостями. Давай его положай аккуратненько отсюда. Да, проблема твоя в том, что я на видео снял, что ты будешь бегать трейлер. Понимаешь? Этот спуск это просто пиздец. Блять, да он просто пиздец нахуй. Лучший магазин компрессии. Так, я жив. Уже неплохо. Если коротко, ну это пиздец, тяжело было мне. Уничтожено все. Виды охренительные. Спуски мяса. С погодой нам, я считаю, повезло. Если бы старт был вчера, мы бы там просто в такой водопад бы лезли. Как кроты, блядь, в водопад. Он, оказывается, еще и спонсорит меня. Жестко. Блин, в топ-10 надо в следующий раз попадать. 50-й? Блин. Вот он был одним из тех, кто прошил меня на спуске просто как стоячего. Все, смотри. Как новенькие. Даже оп, лучше. Вот так потер. Сейчас на скалу пойдем. О. Продолжаем наше увлекательное погружение в мир башкирских национальных видов спорта. Здорово, отец! Привет! Чё у тебя тут? 65? 95? Блин, 95. Ну чё ты, как вообще? Слушай, я тут единственный бегаю на недельных объемах 45 километров сотки горные. Это так. Как вообще ты бегаешь на таких объемах сотки? Вот так вот. Ты в зале, что ли, зависаешь часами? На работе. На работе? С семьей. Такие тут люди встречаются. Я думаю, блядь, как вы это делаете? Я скажу честно, я сегодня не хотел бы бежать даже 30. Даже 30 я бы уже сегодня не хотел бежать. Вот я очень даже остался доволен тем, что у нас сократилась дистанция до 20. Это вот прям то, что сегодня было нужно. Короче, ребята позвали на скалу залезть. Так они, конечно, в меня верят. Ну вот, нарулили все оборудование. Ставчик и ползем сейчас туда, по трассе, по которой я бежал тут с утра. Настолько было днем проще просто вот тут хуяришь вот туда вот по воде, ни о чем не думаешь особо. Вот это красота. Вот там я сегодня был. И мне этого, блядь, мало, похоже. Оп. Мы сейчас находимся в мете Магнитогорского скалолазания. Эта скала называется Баба. Скала за нами называется Чертов Палец. Как только растаивает снег, как только появляется весеннее солнышко, все в Магнитогорске скалолазы выползают из своих залов зимних. Вот. Тут еще снег, бывает, лежит, но скала уже теплая, там на солнышке греется и, в общем, фигачит туда. В общем, весь прикол в том, что это не просто обычный скалолазный маршрут, где как бы спортсмен лезет до какой-то станции, его потом просто вниз спускают и лезет следующий. Тут прямо у нас немножко альпинизм, мы сейчас залезем туда, там наверху очень прикольная ровная скальная площадка, отдельно, и, в общем, ребята там даже ночевали когда-то, вот. Ночевали? И мы там затусим, как бы завалим какой-нибудь фильтр кофе и потом дюльфернем с веревкой вниз, с другой стороны. Да-да, кофе не бойтесь. Как же давно я этого не сделал. Как же давно я этого не сделал. А, в целом сухо. Наверху только есть мокрые места, но там в целом пофиг. Восхождение не состоялось. Я готов сказать, что это все из-за дождя. Дальше каждый уже решит сам, правда это или нет. Ну и скальники, конечно. После трейла это то еще удовольствие. А сейчас я покажу вам, куда мы хотели залезть. Та-дам! Вот сюда. Олег там сейчас. Через год вернемся, так же поедем. Конечно. Только трейл не побежим уже в этот раз. Займемся реальными делами.
Короче, что, ребята, закончим этот влог такой мыслью. Я ее часто писал в телеграм-канале своем, и, судя по всему, трейл действительно не поймешь, почему они вот так вот поступают до тех пор, пока не попробуешь. Ну вот. А попробовать вы знаете у кого. И может даже с вами увидимся. Все, вот теперь точно пока. Сейчас пару красивых кадров с природы еще воткнем сюда и работать.